Как вы уже поняли, меня зовут Томас. И да, я еще студент. Учусь я в университете редстоуновой физики на третьем курсе. В моей жизни ничего особого не происходит. За исключением периодических опозданий в универ. Будучи сонный, я забыл, что после 10 утра этот ход закрывают. Ну ничего, не первый же раз.